Всем привет! Сегодня будем готовить вот такой красивый, сочный и очень вкусный салат. Оставайтесь с нами и посмотрите обязательно видео до конца. Все необходимые ингредиенты, как всегда, внизу под видео. Вначале произвольно нарезаем крабовые палочки. После этого нарезаем кубиками вареные яйца. Также нарезаем огурец. Я применяю фигурный нож, но это не обязательно. Перекладываем все ингредиенты в глубокую чашу. Огурцы, крабовые палочки, яйца и заранее отваренные брокколи. Приготовим заправку. К 3 столовым ложкам майонеза я добавляю 3 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку горчицы, щепотку соли и немного черного перца. Все хорошо перемешиваем. Заправка готова. Добавляем все к салату. И все хорошо, аккуратно перемешиваем. Салат получается очень вкусный, сочный и при этом очень легко готовится. Обязательно приготовьте, я вам советую. Всем приятного аппетита! Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем до новых встреч!